Всем большой привет, канал Багроса для наших новичок. Продолжаем прохождение великолепной игрушки Horizon Zero Dawn и делаем обучение. На данном этапе у нас мокнул. На данном этапе у нас обучение Нитимёт Карха. Вы получили мощное новое оружие Нитимёт Карха Тьмы. Из него можно стрелять новыми типами боеприпасов. Это испытание поможет вам научиться обращению с ними, отточить свои навыки. Сразите машины с помощью огненной нити. Три цели нам надо сразить. Уровень 16. Ну что, погнали. Не забываем огненные нити. И выбираем нитимет Карха Тьмы. Нитимет, вот он. Карха Тьмы. Выбираем его. Меняем на взрыв проща. Все взяли. И опять же задание. Не забываем с помощью огненной нити. Теперь выбираем огненную нить. Так. Вот она сразу, огненная нить. Ну что, пошли. Кто у нас тут первый есть поблизости? Рысак. Сейчас мы рысака попробуем огненной нитью. Ага. Что-то он у нас не хочет. А не хочет, почему? Я ж неправильно делаю. Надо вначале вот сюда нить, а потом вот туда. Слишком далекое расстояние. Давайте его к себе заманим. Ух ты, как прыгнула. Это ж нить, я и забыл про нить. Тогда мы ее вот сюда и вот сюда. Иди сюда, братан. Кто первый? Ах ты, зараза, он проскочил под нитью. Ну, поняли, да, что надо сделать? Мы сейчас сделаем чуть-чуть по-другому. Я слишком высоко сделал. И вот сюда. Высоко? Иди сюда. Камон, камон, иди, я себе кушать положу. Есть, вот так вот первая цель у нас сделана. Пошли ловить другие цели. Сейчас стрельнем вот сюда и пониже вот сюда. Пойдем заманим. Ребята, куда? Удрапали, барбосы. В общем, это то же самое можете возле дверей делать. Ничего страшного, у меня есть. Я сейчас сделаю по-другому. Я сделаю вот в это дерево. Вот так. И вот так. Ну, кто? Кто на меня? Они от меня, не на меня. Блин, ладно, пойдем. За этими чудиками. Алёша, я здесь. А в эту можно, интересно? Да, и в эту можно, прикольно. Смотрите, я их сейчас завлеку за собой. Оп! Смотри, зараза, не взорвался. А знаете почему? Потому что я там слишком высоко сделал нить. Иди сюда. На, есть контакт. И опять же делаем пониже. И вон туда. Он меня попал, а теперь мы его грохнем. Иди сюда. Смотрите, перепрыгнул барбос. Ладно, мы не сидим. Тихо. Вот так. Мы сейчас все равно его поймаем. Ну, иди сюда. Че ты боишься? На, получи. Так, двоих. А я думал, мы троих уже сделали. Давайте я оружие подправлю чуть-чуть. Обратно себе нити заберу. Вернее, не нити, а я боеприпасы пополнил. Так, взяли. Ну, пойдем. Кто у нас тут дальше есть? Это что такое еще? Кто-то мертвый, тут бедолага лежит. Нам его запчасти пригодятся для боеприпасов. Кто у нас дальше поблизости? Куда эти наши убежали? Заставили меня бегать. Собаки бешеные, но ничего страшного. Так, где вы? Вы же куда-то умчали, я так и не понял. У меня визора, телевизора не хватает. Вроде бы туда побежали они. Заодно посмотрим, рыбка здесь не плавает. Нет, здесь слишком такая быстротекущая речка. Пойдем третье сделаем. Ну, вы уже поняли как. Там надо угадать, рыскари они чуть низковатые будут. Ты посмотри, когда надо, этих животных вагон и телега. Пойдем их подразним. О, разозлился. А вот так ты за мной побежишь?
Вот. Иди сюда. На. Все, задание выполнено. Обучение Тимёткарха закончено. Мы все сделали как положено. Ну, как-то так. Можете пошустрее, можете как хотите делать. Я сделал так. Давайте перепроверяем задание. Обучающее наше. Значит, что мы сделали? Отбойник, гремучник, гремучник, охотничий лук. Проща. Перебейте машины с... Так, это сенсорные. Нитимет. Сразите машины с помощью взрывной нити. А вот здесь у нас бомба липучки. Взрыв проща. Убейте одной бомбой. А мне зачем? Что-то я не то говорю. У меня же не проща. У меня... Как это оружие у нас называлось? Да ешь корова. Это оружие у нас называлось Нитимет Карха. Нитимет это. Вот смотрим задание. Нитимет должен быть написан. Отбойник, нитимет. Где наш нитимет? Вот он. Вот он. Сразите с помощью взрывной нити. 3 из 3. Еще у нас был нитимет? Да, еще у нас был нитимет. Может быть, это было... С помощью вот она, огненной нити, вот она, это наше задание. Все, оно выполнено, опыт 2670. Всем удачи и хорошего настроения. Канал Багросов для наших новичок. Увидимся, услышимся. Пока-пока, обучение пройдено.